Привет, друзья! Вы на канале художника Межнева Софьи. Сегодня я пишу этюды с натуры. Иногда художника может заинтересовать самое неприглядное на первый взгляд место. Я гуляла по очень старому ельнику весной и нашла интересный уголок с еловыми стволами и зарослями кислицы. Обычный подмосковный лес в это время года становится волшебным из-за пышной зелени, усыпанной белыми цветами. Последние несколько лет меня все больше и больше привлекают ельники своими темными мрачными цветами хвои и интересными фактурами коры, как, например, на этом пне. Природа иногда создает фантастические сочетания цветов, фактур и контрастов, поэтому чем чаще ходишь на пленэр, тем больше чудес видишь каждый день вокруг себя, тем лучше умеешь увидеть цвета и сочетать их между собой, а также находить интересный колорит и передавать его. Спасибо, что посмотрели ролик до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Скоро будут новые видео с картинами.